И в завершении выпуска о вираже, который дала современная мода в тренде материнства. Так считает участница модного показа, который прошел в минувшие выходные. Организаторы «Союз многодетных семей», «Кубанская семья» и «Корпорация Добра» собрали в органном зале 30 участниц. Это не профессиональные модели, а обычные жительницы города, которые в соцсетях заявили о желании выйти на подиум. Цель всего происходящего – показать, что декрет красоте не помеха. Я очень рада принимать участие в этом мероприятии, так считаю, что мамы должны всегда выглядеть хорошо. И это мероприятие является большим стимулом очень для многих мам, для того, чтобы они выглядели прекрасно, чувствовали себя женщинами, чувствовали себя желанными и счастливыми. Образы народным моделям создавали стилисты, визажисты и парикмахеры. Одежду и обувь предоставили краснодарские бутики. Были коллекции костюмов для беременных и многодетных матерей. В завершении показа юные артисты устроили небольшой концерт.